Алиса и Александр Штепа с нетерпением ждали рождения малыша. Чуть больше года назад на свет появился Матвей. Но 2 месяца у ребенка начались проблемы со здоровьем. Насторожило нас. Плохо мы кушали, плохо спали, срыгивали постоянно. Бледненький был, такой по ночам нервненький. Вот мы обратились к нашему врачу, который пощупала его, так сказать, и увидела, что у него большая селезенка. Врачи поставили диагноз – синдром портальной гипертензии с варикозным расширением вен пищевода. Такое заболевание грозит кровоизлиянием в мозг и внутренние органы. Малышу необходимо срочное лечение. Эта операция очень сложная. В Запорожье такую операцию не производят. Такая операция только производится либо в Киеве, либо в Москве, за границей. Она стоит очень больших денег. У нас такой суммы нет, поэтому мы обращаемся ко всем, кто может нам помочь. Сейчас Матвею нужна срочная операция, а это немалые деньги. Нам нужна поддержка и моральная, и финансовая, потому что денег особо нет. Не особо их нет. Муж работает грузчиком, 2000 зарплата. Я получаю 860 гривен на Матвея социальную помощь. Годовалый Матвей, как и все малыши его возраста, стремится познать мир, улыбается и любит общаться со взрослыми. Сейчас ребенку смогут помочь специалисты Всеукраинского центра охраны материнства и детства. Болезнь развивается быстро, и чем раньше провести операцию, тем больше шансов на выздоровление малыша. Мы готовы на все, что угодно, и ехать и в Киев, и в Россию, куда нам только скажут, и будем за ребеночка нашего бороться, и не дадим, чтобы болячка, не дай бог, его съела. Все, кому не безразлична жизнь этого малыша, кто хочет оказать помощь в его спасении, просьба звонить по телефону его маме Алисе по номеру, который вы видите на экране. Галина Знаменская, Константин Параскевич, ТВ5.